Всем привет, друзья! Давайте разберемся, как же все-таки установить Доктор Веб и активировать его. Я уже скачал Доктор Веб, переношу на рабочий стол. Зачем я скачал Доктор Веб? Потому что начали проявляться у меня аномалии. Пропадать папки, исчезать игры. Долго стал загружаться компьютер и подпаривать. Прочитал одну статью, что Доктор Веб решает и исправляет все ошибки. Чистит реестр от вирусов и удаляет облачных майнеров, которые пожирают вашу систему. Это не реклама, мне за нее не платят. Я просто помогаю новичкам разобраться в системе. Опытные пользователи и юзеры скажут, зачем же устанавливать дополнительное ПО, если уже в Windows 10 установлена защита. Отвечаю, затем, чтобы разобраться в процессе. Внутренний блок не обеспечивает полностью защиту вашего компьютера. Сейчас покажу на наглядном примере. До установки Доктор Веба я уже проверял внутренней защитой на наличие вируса. Внутренняя защита показала, что вирусов нет. Уже полный процесс покажу, ждем установку. Установка завершена, проверяем на вирусы. Будем смотреть в ускоренном режиме. Ничего не обрезал, не кодировал, чтобы видно было все пошагово. Как вы видите, на данный момент уже 3 вируса. А вот что нашла безопасность Windows. Заходим в безопасность. Как вы видите, сейчас 12.02. Проверял 9.57 на наличие вирусов. Прошло приблизительно 2,5 часа от момента, когда я сканировал. Как вы видите, текущих угроз не обнаружено. Проверка длилась 2 минуты 3 секунды. Так что устанавливайте Доктор Веб и живите спокойно. Я абсолютно уверен, что каждый, который проверит свой компьютер через Доктор Веб, по-любому обнаружит вирусы. 100%. Давайте этот процесс ускорим. Как мы видим, 4 потенциальных угрозы, но я их сразу ликвидирую. Значит, это системная какая-то, значит, лечить. Ну а теперь давайте вернемся к изюминке на торте. Легко и просто. Перед установкой антивирусника нужно, чтобы у вас был готовый ключ. Желательно свежий. Может выскочить вот такая табличка. Это если есть у вас какой-то внутренний антивирус, еще один. Или тот же самый, он попросит удалить. Удаляем. Нажимаем «Далее». Нажимаем кнопку «Обзор». Ищем путь там, где у вас ключ. В моем случае на флешке. Как вы видите, ключа осталось на 25 дней. Нажимаем «Установить».
Ну вот и все, друзья мои. Я вам показал весь процесс установки и активации DrWeb. Если понравилось это видео, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Подписываемся на мой канал, смотрим мои другие видео. Не забываем делиться этим видео. Всем пока.